Фотограф медитирует в гаражах. Шайба медитирует в гаражах. Какие красивые ветки. Классные ветки, да. Тут у нас боровуха раскинулась под нами, под первым снегом. Вот там вот полют. Это район Красновишерска под названием Десятидворка. Там вдалеке виднеется вышка телевизионная, которая раздает сотовый сигнал и всяческий другой сигнал. Ни одного нормального кадра. В этом вся шайба. Собака так быстро бегает, что я не успеваю ее ловить. В кадр. Даже в кадр. Сегодня мы уезжаем в час ночи в Пермь на автобусе. Завтра вечером у нас, у меня уже поезд до Москвы с пересадкой в Калининград. Вещи собраны, в принципе, все дела сделаны. Сын сегодняшнего дня на попечении дедушек, бабушек. Как-то так. Мать его и не думает грустить пока что. Это пока что. Да. Такие дела. А мы сейчас идем гулять вообще нафиг. Сын спит, мы идем гулять. Мы перевезли шкаф из одной квартиры в другую. Ты должен выложить это фото. Смотри. Вот эти объекты видишь? Вот, вот. Это вот эти три? Начало этого парка. Я смотрела проект, и он довольно симпатичен. Он даже похож в некотором роде на набережную Пермскую. Это же стиль. Угу. Тут будут качели симпатичные. Ну, если, конечно, будут, и если их обитатели вот этих вот дворов не выкорчуют. Тут будут дорожки красивые, я думаю, что они уже есть. Может быть, даже выложены были осенью. Тут будут лавочки красивые, вот на месте этого фонтана, что-то тоже такое прямо эпично фееричное. Вот того фонтана, да? Да. Я предлагаю тебе к этому видео, потом, если ты будешь, конечно, его куда-нибудь выкладывать, сам проект, эти фотки тоже туда всунуть. Ага. Красиво. Красиво сунуть, да, значит? Да. Хорошо. Сунем красиво, значит, в этот проект, да. Фотки. Ну, мне понравилось, честно скажу, если здесь такое будет на Вишере, это будет шикарно. Готова ради этого переехать из Калининграда? Мне просто хотелось, чтобы ты улыбнулась. Я понимаю, что готова. Естественно. Поговорим по телефону.